Сегодня мы вручаем премии имени митрополита Филарета нашим педагогам, тем людям, которые заняты воспитанием наших детей. Дети – самое дорогое, что есть у нас. И для детей, конечно, помимо того образования, которое они получают в школах, необходимо и духовно-нравственное воспитание. То есть любая школа должна дать не только набор каких-то знаний ребенку, но дать ему правильное восприятие жизни, правильные ориентиры, какой-то стержень, такое духовное основание, которое позволит ему всегда делать правильный выбор и совершать как можно меньше жизненных ошибок. Но и за воспитанием, за духовно-нравственным совершенствованием наших подрастающих деток стоят педагоги, которые, сжигая себя, тратя свои силы, освещают путь нашим детям. Поэтому мы сегодня их поздравляем, говорим им добрые слова, выражаем искреннюю благодарность. И именно вот имя Владыки Филарета, оно не случайно было выбрано, потому что сам он был педагогом, и до конца своих дней он преподавал в духовных школах, в академии, в семинарии, и огромное внимание уделял воспитанию будущих священнослужителей.